Всем привет! С вами снова Ольга Чернова и мои томаты, которые я высадила в открытый грунт. Теперь придется снимать их каждый раз через несколько дней, потому что по откликам людей я поняла, что половина садоводов не верит вообще в такую, как сказать, в такой способ выращивания рассады и томатов в открытом грунте. Одна девушка так честно и написала: «Я не верю, снимайте с того же ракурса в мае, покажете». Ну а ракурса у меня другого не может быть, у меня всего 6 суток. Я вот отсюда и буду снимать вот тот самый сарай, который я показывала. Вот это наш гараж. И вот теплица. Пожалуйста, вот прошло 3 дня. И хотя женщина одна сказала, что помидоры замерзнут в первую же ночь, сегодня ночью было 2 градуса, сейчас мы снова туда заглянем и посмотрим. Но я уже смотрела, и я могу вам сказать, что они выглядят сегодня еще лучше, чем были в первый день. Вот, прошло 3 дня. Сибиряки как стояли, так и стоят. Можете посмотреть прогноз погоды на сибирский регион. У нас 2 дня стоит 2-3 градуса тепла ночью и 6-10 градусов днем. Вот сейчас 6 градусов на улице. Для них это прекрасные условия. Просто вы не забывайте, в чем отличие. Женщина одна сказала: я тоже так посадила в конце апреля, все прикрыла, у меня замерзли в первую же ночь половина, а остальные потом. Разница ведь еще в посевном материале. Я семена выращиваю всегда свои, и я их, как сказать, они отличаются на порядок качеством, потому что, вот смотрите, я когда сажу, высаживаю кусты томаты, первые вот самые крупные, самые красивые, которые мы ждем, долгожданные помидорки, что вы с ними делаете? Вы их съедаете. А я что с ними делаю? Я их все оставляю на семена. Семена беру именно с самых первых, самых крупных помидор, потому что они дают самое хорошее потомство, выносливые будут, как невосприимчивые к болезням. Ну ясно, какая мама, такие дети. Я никогда не беру с последних кустов, никогда не беру с мелких, только первая кисть, только самые здоровые, самые крупные помидоры. И из года в год, когда берешь вот такие семена от самых лучших растений, качество и рассады, и самих растений сильно повышается. Поэтому, может быть, но я этим только объясняю. Я говорю, что я выращиваю таким способом 7 лет помидоры, как вы видите. Все прекрасно они себя чувствуют. Они все зелененькие. Они, представляете, они здесь будут с утра до вечера на солнце. Они будут намного лучше, чем те, которые в помещении у меня на стеллажах стоят. И я за них нисколько не расстраиваюсь. Скоро вот передают будет 0 и минус 2. Они к этому времени укоренятся, и им уже не будут страшны эти заморозки. Когда они расцветут, начнут цвет набирать, я тогда только их открою. Не поливаю весь этот месяц. Земля влажная. Этот способ выращивания, у кого нет теплицы, очень удобный. Он как малозатратный по времени. Мы их не открываем, мы не поливаем, мы ничего с ними не делаем. Я только вот эти дырочки открываю, в которые я сейчас вот всунула камеру. Все. Буду выкладывать свои видеорепортажи на YouTube и на страницу. Следите, кому интересно за ними, кто не верит. Вот тот самый ракурс, могу еще с того конца залезть, там тоже есть вход. Тоннели буду открывать с обоих сторон, когда будет жарко. Сейчас еще недостаточно жарко, открываю только один конец, чтобы чуть-чуть проветрилось. Все. Других я не смогу вам, как обмануть вас, подставить томатов. У меня не такой большой участок, всего 6 соток. И я не стала бы высаживать такое количество, трудиться только для того, чтобы кого-то там ввести в заблуждение. Я никого не призываю повторять за мной, просто вы посмотрите, как я вам предлагаю, совет свой, как опытного садовода. Вы посмотрите, какой у меня будет здесь урожай, рассада. И может быть кто-то тоже так вырастет, у кого нет теплицы. Рассада здесь получится прекрасная, я вам гарантирую. Все, заходите на страницу, набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Там все мои фотографии, все мои видео, все мои статьи о сибирских сортах томатов. Сибирские сорта, особенно демидов, это самые хорошие, самые холодостойкие для холодных регионов. До свидания.